Всем халлоуте, ребятушки, с вами Домриэль и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем с вами делать хорошую пиццу, отличную пиццу и параллельно заниматься расследованием. Такие вот, собственно, дела. Это всего лишь второй день, но ее супер хэппи пицца демонстрирует непоколебимую решимость. Желание владельца стать мастером-пекарем вдохновило многих местных жителей. Да, ребят, прервалась серия подряд захождения в игру. Далее это факты. Что у тебя есть для нас сегодня, Оливер? Эй, друзья, Цам, меня зовут Оливер, и у меня есть несколько интересных фактов специально для вас. Поехали! Эй, ты знал, что пиццу изобрели в 1500-х годах? Все начиналось с простого теста, посыпанного нарезанными помидорами и сыром в Неаполе, Италии. Настройтесь в следующий раз на больше цафактов, коротких и милых, как я, а до тех пор продолжайте готовить. Кстати, смотрите, здесь есть так-то вранье. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. А Юлий же чеддер пиццу-то делал, когда Римская империя-то была. Какой нафиг Неаполь, 1500-е года? Чего-то, ребят, мне кажется, нас кто-то здесь обманывает. Так, все оливки без соуса, без проблем, сейчас походи. Так, здесь у нас все прекрасно, цаврум. Вегетарианская, ай-яй-яй-яй, ладно, пофигу. Зеленая мечта, оливковая, кукурузная, неплохо, в принципе, пойдет. Так, давайте в сад с вами, ребят, сразу зарулим. Хотя, подожди, ну, давай, окей, соберем для начала. Сейчас сделаем пиццу, посмотрим, что у нас вообще там по наличию ингредиентов. И уже в зависимости от этого я буду покупать, соответственно, необходимые мне семена. Так, все оливки без соуса, поехали. Напоминаю, ребят, мы с вами ждем флеша. Без соуса, кстати, это вот так вот делается. Не знаю, что там почем, но что-то как-то меня не радует то, как у нас с вами идут дела в плане расследования. Так, это лук, соответственно, нам нужно будет купить. И нужно будет купить оливки. Вот оливки, ребят, прям вообще улетают в лед. Не знаю почему, но почему-то так получается. Так, вегетарианская плюс сырная. Давай я, наверное, вегетарианскую быстренько бахну. Это у нас, соответственно, с сыром идет. Это вот так вот грибочечки, это лучочек, это, ребят, опять же, оливочки, про которые я только что говорил, что они улетают просто в лед. Базиличечек, кстати говоря, редко его берут. Баклажанчики, кукурузка. Кстати говоря, да, ребят, если все сегодня пойдет хорошо, то мы с вами, я думаю, приобретем автоукладку кукурузы. И будем прям большими молодцами, я считаю. Так, помидорчики. Главное про чеснок не забыть. Я почему-то постоянно забываю про чеснок. Поэтому, ребят, пожалуй, я его сразу же вот прямо сейчас и положу. Вот так вот прям красивенько, все прям шикарно. Так, халапешки и, соответственно, инжир. Вот капец, охреневшие вегетарианцы. Почему у мясников обычно, ну, типа, вот просто там ничего нового не добавляется? Вот есть рецепт условной фруктовой свиньи, и все. Он никак не меняется с течением игры. Почему вот у вегетарианцев, у веганов все такие вот постоянные проблемы? Какие-то, ребята, они проблемные, я вот так вот считаю. Так, это, соответственно, упаковали. Давайте это сразу же сюда. 45% очень мало, но типа, что поделаешь, извини, мужик. Вся жизнь прошла в ожидании этого момента. Эта пицца удивительна. Так, я говорил про лук. Я говорил про лук и говорил, соответственно, напомните, ребят, про что? Про оливочки. Смотрите, за 3 рубасика всего лишь покупаем 4 семечка. Ну это, ребят, ну это просто беспрецедентно. Так, пожалуй, наверное... Не, подожди, инжир не будем брать пока что. Давайте возьмем лучок. В принципе, можно что-то еще докупить. Я вам предлагаю, наверное, взять... Нет, подожди, базилик, я же говорил, что редко берут. Давайте возьмем баклажанчик. Давайте проверим, короче, хватит у нас на все место или нет. Но чисто в теории должно, а там пес его знает-то, правильно? Ну, кстати, да, смотри, прямо ровно купил как надо. Все, больше, ребят, не вижу пока смысла покупать семена, но у нас так-то по запасам все прекрасно. Так, следующего, пожалуйста. Я возьму макси-пиццу. Без проблем, чувак. Я тебе сейчас такую макси-пиццу отбахаю, что ты просто охренеешь. Ты просто заплачешь, когда ее попробуешь. Заплачешь от того, что... Ну, ты просто вот посмотришь, почувствуешь этот вкус, и все, у тебя челюсть отвиснет. Кстати говоря, инжирчик надо бы, наверное, купить. Ну ладно, это уже в следующий раз, в следующей серии, так что пофигу. Так, разрезаем, что там следующее у нас идет? Зеленая мечта оливковая. В принципе, тоже быстро решаемый вопрос. Это, соответственно, соус вот так вот, сырок, соответственно, вот так вот. Оливковая, пожалуйста, сразу же готова. Зеленая мечта, это сладкий перец плюс базилик. Капец, ребят, я сегодня что-то на какой-то движухе, на какой-то энергии, я прям настроен бомбить. Вы знаете, у меня иногда так бывает, что... Заходя в эту игру, я прям настроен прям вообще батрачить, вот прям как не в себе. Вот сегодня как раз-таки именно тот день, когда я к этому готов.
держи. Эта пицца великолепна, так же как и вы. Ты тоже красавчик. Так, отдаем сейчас доставочку и, наверное, что-то подумаем с вами. Может быть, куда-то сходим. Так, держи. Все, такое чувство, что я доставляю. Да, ты доставляешь, молодец. Осталась одна кукурузная. Так, что у нас, соответственно, по планшету? Куда мы можем идти? Так, Аликанте. По поводу Аликанте мы ждем опять же Флэша. Я не знаю, то есть если он не сегодня пришел. Ну, потому что, как правило, сюжетные персонажи приходят в начале дня. Тогда, когда он завтра придет, получается, что ли? И что мне сейчас делать? Ну-ка, вот подожди. Где-то есть вот список улик. Вот, доступно. Это уже использовано. Ну, типа, это уже нигде не используешь. Вот, кстати, почему-то у меня одна табличка попадается. Ну-ка, исследовать, что это значит. А, вот, все, я вижу. Так, ну это типа сюда поставили. Но это, наверное, где-то вот здесь будет посередине. Но пока что смысла все равно нету. А, подожди, можно перевернуть. Ну, типа, смысла, ребят, сами понимаете, нету, потому что у нас ни хрена с вами не собрано. Вот здесь, что мне здесь нужно делать? Это типа показывает, что я вообще делал, правильно? Куда чего обращался. Здесь мы общались с Флэшем. На 154-й день я позвонил Флэшу. Окей. Кеху я все показал. Октавии, соответственно, я тоже все показал. Я ж Октавии показывал нож? Подожди, я нож Октавии не показывал? В смысле-то как? Так, стоп. Стоп, подожди, я ж показывал ей нож. Я ж помню, сразу же, когда я нашел его в этой в комнате, я сразу его показал. Фотки 100% я показывал. Ну, типа, смотрите. Фотки показаны, ножи тоже показаны. Ну и, типа, и чего? Ну, давайте, окей, я схожу ради интереса к Октавии. Может быть, что-то поменяется, но я сомневаюсь. Так, здорово, смотри, вот ножик есть. Это вы нашли в комнате артефактов? Ну да. Он не мой. Ну да, я помню этот диалог. Все, я знаю. Удача действительно благоволит. Ну, конечно, вау, интересно. Все, давай, иди отсюда. Вернее, это я к ней пришел. Это я должен отсюда войти, но типа ладно. Ну да, где Флэш-то? Ну как бы вы в прошлых сериях не написали, что я что-то делаю не так. Ну значит, скорее всего, я делаю все правильно. Просто почему-то разработчики решили капец как, наверное, растянуть пятую главу. Так, трава и лук на пшеничный. Я знаю, что это будет вкусно с песто, поэтому используйте его. А сыр нужен? Я понял, что такое трава и лук. Трава, ой, базилик, ну да. Используйте песто, не соус для пиццы, хорошо запеченное. Ну да, это я понял, ладно, без проблем. Это получается прям, ребят, зеленая-зеленая, наверное, мечта. Ну тут же лук идет. Ну да, вот если бы шел на самом деле базилик, сладкий перец и халапеньо, и все это на соусе песто, вот это прям зеленая-зеленющая мечта была бы, я бы сказал. Ладно, давайте пока время не будем терять даром. Сделаем с вами кукурузную. Ну, типа, я не знаю, короче, ну, играем как играется. Ну, сами, ребят, вы видели, я вроде бы все у всех посмотрел. Ну, всем все показал, со всеми обо всем поговорил. Я так понимаю, что я действительно правильно догадался, что, чтобы попасть к какому-либо каждому из пекарей, мне нужно воспользоваться услугами Флэша. Даже к Цицероне непонятно, кстати говоря, почему. Ну, типа, я, скорее всего, именно так должен сделать. Мы, короче, давайте так, сейчас этот день доработаем, и потом... О, здрасте, кстати, я тебя помню. И потом, соответственно, сходим с вами в первым делом, в начале дня, если Флэш не придет, сходим к Цицероне. Я здесь с подругой, она все попробовать настроена. А где подруга, кстати? Однако не кладите сыр, иначе она будет расстроена. А я могу, блин, а я мегабайты не могу даже взять. Так что? Это была девка. Я и совру, что у вас есть для меня. Эта девка была для ачивки. И вроде бы, если вот так вот спрашиваешь, я не знаю, это либо просто второй тебе шанс попозже дадут, либо она вообще больше не придет, и ты ачивку, соответственно, не получишь. У нее нельзя спрашивать, что нужно, просто отгадывать, что она у тебя просит-то. Блин, я пытаюсь дрессировать того тюленя, я просто хочу анчоусы на лепешке, давай. Давно такое не заказывали. Блин, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Короче, ребят, напишите, придет она еще раз или нет. Но, по-моему, она должна прийти, насколько я помню. Ну, типа, это же бред, если вот так вот, ну, зафейлить это все. По-моему, она просто придет в следующий день. Ну, или, типа, когда-то там потом. Блин. Ай-яй-яй-яй, ладно, пофигу, короче. В общем, ребят, напишите. Так, говорят, греческий философ Хрисип умер от смеха, когда увидел, как осел ест его инжир. Надеюсь, пицца с инжиром на пшеничном хлебе не сделает со мной то же самое.
Так, давай. А, блин, не то, ладно, окей. Так, с инжиром, хорошо. Это вот так вот пшеничное, это вот так вот сыр, и это, соответственно, вот так вот инжир. Нужно быстренько еще один... А, ну я в любом случае сделаю заказ. Просто, знаете, не хотелось бы просрать вот это тесто. Да, стоит копейки, но, как говорится, курочка-то по зернышку клюет, правильно? И скоро, видимо, печь придется ремонтировать. Так, не надо там хорошо, нехорошо запеченную. Не надо. Ну и ладно. На нет и сюда нет. Так, инжирная пицца, получено достижение. Прекрасно, давайте заберем алмазики, они нам сами очень сильно пригодятся. 50 пицц с инжиром уже, смотрите, да, набомбили? Вообще молодцы мы с вами. Работаем просто вообще по красоте. Так, бабуль, ну привет. 20:15, бабуль идет жрать. Одна пицца с беконом и одна пицца с ветчиной. Добавьте, пожалуйста, базилик и все грибы, которые у вас есть, к ним обоим. Также выложите пиццу с ветчиной. Ой-ой-ой, бабуль, сегодня для тебя мегабайт делает. Я не хочу этим заниматься. Так, вот ваша 100% пицца, конечно. Я выйду замуж за эту пиццу. Бабуль, тебе лет-то сколько, под сраку? Какой замуж? Так, кукурузная, пожалуйста, забирай. Давай быстрее, мне нужно еще одно тесто куда-то деть. Вот смотрите, фиксируйте, сейчас полибасу пшеничную закажут. Так, креветки в томатном соусе очень вкусные, но может они еще и вкуснее с соусом песто? Так, просто креветки тебе получается, ага. Ну давай, соусом песто получается. Креветки, вот так вот сырочек и креветосики. Ай, ребят, красота, смотрите какая. Хорошо, прекрасно. Так, 338, ну, блин, ребят, мы с вами прям вообще зарабатываем. Зарабатываем прям капец как. Все, упаковываем, желаем приятного аппетита. С этой пиццей я сыта. Ну, конечно. Как говорил, ребят, классик, когда вкусно, тогда вкусно. Ой, а тебе, извини, мужик, уже все закрытие. Приходи завтра, я тебе все сделаю. Все, что захочешь, сделаю. Так, доход 192, общая прибыль 160. Великолепно. Так, ремонт духовочки с вами оформляем и едем моментально в следующий день. Новости, соответственно. Наши 24/7 вещания, посвященные мировым новостям о пицце, существуют благодаря нашим зрителям, таким как вы. И, конечно же, нашим спонсорам. Насколько я знаю, на мобильной версии игры, когда говорят, типа, посмотрите наших спонсоров, включается, соответственно, реклама. Наконец-то ты пришел. 3 дня его ждал. Эй, у меня есть необходимая тебе информация. Любимая пицца Аликанте такая же, как у его мамы Валентины. Классическая мясная? Вот это да. Вот это прикол. Прикиньте. А я почему-то думал, что обычная сырная. Так, хорошо, спасибо. В любом случае, мне пора идти, увидимся. Давай. Так, тогда давайте, наверное, сразу же звоним Аликанте. И сделаем классическую мясную. Тут, кстати, обновилось о нем. А, нет, не обновилось. Нет. Ну, классическая мясная, хорошо, я запомнил. Прекрасно, ребят. Привет, дружище. Готов приготовить мою любимую пиццу? Конечно. 13, соответственно, баксов. Ну да, за 13 баксов это не классическая сырная. Так, соус. Вот так вот. И вот так вот. Ну, все, классическая мясная получается готова. Давайте, наверное, раз уж время, ребят, не идем, бахнем сразу по фулу доставочку. Так, 2 оливковые, без проблем, сейчас тебе все сделаем. Кому я это говорю? Это же на доставку-то. Тоже просто, ребят, привычка. Так, отправляем это сюда. Ну вот, смотрите, классическая мясная. Блин, капец, будет обидно, если я вдруг что-то все-таки неправильно сделал. Почему-то, знаете, такая внутренняя неуверенность у меня присутствует, но я думаю, это не страшно. Это просто бред. Так, 2 макси-пиццы. Ой, какой приятный заказ. Ой, люблю, когда макси-пиццу заказывают, ребят. Вот, наверное, макси-пицца это вторая по, так скажем, в моем топе в рейтинге после пиццы пепперони. То есть, а вот она вот на втором месте. Да, она крутая. Она прикольная, она приносит очень много денег. И это, ребят, ну, сами понимаете, не может не радовать, конечно же. Так, ой-ой-ой-ой, тут у меня прям вообще пробочка, ребят, образовалась. Пробочка. Так, а ну давай. Отправляем тебя сюда, дружище. Отдыхай, иди настаивайся там. Доходи, так скажем, до кондиции. Чтобы там вот этот сок пропитался, сырочек там вот это вот все свои дела сделал. Так, фруктовый поросенок и 2 чесночные. Фруктовый поросенок и 2 чесночные. Давайте и так с вами сделаем. Я сделаю 2 чесночные, потому что, ну, они такие душноватые самые. А фруктового порося мы просто по ходу дела доделаем. Потому что подогреватель забит. Хотя, подожди, может не забит, сейчас проверю. А ну-ка, стой, сейчас посмотрим. А, да, кстати, есть одно место. Давайте тогда вот так, закидываем чесночную сюда. Вторую чесночную мы, соответственно, оставляем здесь. И к ней же добавляем фруктового поросенка. Все.
Так, прекрасно. Прекрасно, ребят. Сейчас тогда, наверное, еще раз позвоним Флэшу, если он будет доступен в этом дне. И тогда скажем, чтобы он про Кеха узнал. Оставим с вами Цицерону напоследочек. Пускай будет так. Бекончик, соответственно, ветчиночка и ананасики. Вроде бы все сделал, да? Для фруктового порося. Скажите, ребят, я все сделал или не все? Давайте убедимся. Что-то я как-то прям ссыкую мальца. Чуть-чуть совсем, ребят. Не сильно, но есть такое. Так, отлично. Все, вы стоите здесь, пацаны. А ты отправляйся вот сюда, а ты отправляйся в коробочку. Ну что, Аликан, ты что скажешь? Я не могу в это поверить. Ты сделал это. Ты приготовил мою любимую пиццу. Ты, наверное, действительно восхищаешься мной. Ну, отчасти. Хоть ты, конечно, и зараза, падла, но да, я тобой немного восхищаюсь. Ты настоящий друг. Я разрешаю тебе обыскать мою пиццерию. Только ничего не сломай. Да не буду, не ссы. Так, Аликанте дал вам разрешение обыскать пиццерию. Пришло время провести расследование. Вот. Так, фруктовые поросята и еще и с инжиром. Без проблем. Сейчас, погоди. Я схожу до Аликанте. Чисто сбегаю тут недалеко. И потом вернусь и сделаю тебе, соответственно, пиццу. Вот, давайте сразу звоним Флэшу, чтобы я не забыл. И идем с вами к Аликанте. А, так, дал F, дала... Короче, что-то разработчики не доделали. А вам разрешение обыскать пиццерию, пришло время провести расследование. А как это я должен делать? С ним поговорить? А нихрена время тратится. Так, что теперь? Подтвердить, отклонить. Так, стой, а чё так быстро-то время улетает? А где обыскивать-то? Как, куда надо заходить? Танцевальный трофей дочери. А, окей, я должен просто на все нажимать. Так, о, танцевальная команда его дочери, должно быть, выиграла этот трофей с помощью Аликанте. Ну, кстати, да, он не врал, видите. Так, здесь вывеска. Нет, пицца. Нет, не Аликанте, мне нет, не нужен. Я провожу у тебя просто осмотр. А какие-то карабасы стоят. Пакет семян цукини. Это было найдено в пиццерии Аликанте. Где он взял семена цукини? Я так понимаю, это следующий ингредиент, который мы с вами откроем. Так, аффирмации, запись 1. Не позволяй медведям добраться до тебя. Аффирмации, запись 2. Ты лучший мастер-пекарь. Аффирмации, запись 3. Твои усы сегодня выглядят великолепно. Ну, усы у него, да, действительно. Очень интересно, ребят. Так, вывеска нет. О, вот, аффирмации, запись 4. Ты на своем пицца-месте. Табличка. Было бы неплохо, если бы Аликанте смог поладить с медведями. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Ну так они разгромили его пиццерию. Неудивительно же. Так, 50%, ребят. Так, вот здесь что-то лежит. Параши. Нет, это не считается. Кто-то здесь есть еще или нет, я не понимаю. Фотография с Валентиной. Похоже, Аликанте всегда был маменьким сынком. Достижение получено, медвежий шпион. Походу, я все обыскал, да? Ну, судя по всему, да. Так, а есть какой-нибудь новый диалог с тобой? О, давайте про цукини спросим. Пакетик с семенами цукини. Откуда у тебя это? Здесь никто не продает цукини. В твоем магазине вообще-то. А, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это невозможно. У меня нет семян цукини. Не. Так, говори правду давай. Хорошо, хорошо, это мое. Но я использовал его только для того, чтобы отбиваться от медведей. Они совершали набеги на мой магазин как сумасшедшие, как только конкурс начался. Да? Послушай, я не хотел. Подожди секунду, медведи начали нападать на мой магазин, как только я получил эти семена. Да? И? У меня только что произошел прорыв. Мне пора идти, магазин закрывается раньше, увидимся. Ну вот опять. Так, ну типа, смотрите, давайте задание... Ой, подожди, не задание, давайте достижение посмотрим. Найти все предметы в магазине Аликанте. То есть, окей, подтверждено, что... Мы с вами обыскали полностью его магазин. Отлично. Тогда сейчас ждем Флэша и будем по Кеху пробивать инфу. Так, я хочу двух фруктовых поросят, но не забудьте добавить инжир. Поехали. Давай. Два фруктового порося, но не забудьте добавить инжир. Ну, это типа, чувак, не забуду, не ссы. Фруктового поросенка я тебе 100% сделаю. Кстати, оливки прям капец улетают, сами видите. Так, бекончик и, соответственно, ананасики. И инжирчик, да, ребят. Инжирчик, как же, соответственно-то, без него. Без нашего родимого инжирчика. Эта голова, судя по всему, прям вообще инжиру посвящена. Так, а я могу цукини сажать? Вот мне интересно. Это новые предметы, это понятно, окей. Это, соответственно, тоже понятно. Но, наверное, вряд ли.
Сейчас, может быть, сходим до сада, посмотрим. Так, и, соответственно, следующее. Это у меня тут, видите, прям стол занят. Прям вообще места нету. Весь в работе, что поделаешь. Так, перчик, бекончик. Соответственно, ветчиночка, ананасик и инжирчик. А у тебя, случайно, не луау-вечеринка? Не, вряд ли у него луау-вечеринка. Если бы она была, он бы заказал бы без инжира. И, соответственно, три штуки. Две, ребят, пиццы, но луау-вечеринку никто не заказывает. Это моветон. Ну, серьезно, ну такое себе. Это стыдно даже звать людей на такую вечеринку. Они придут, скажут, у тебя всего два фруктовых поросенка? Нищеброд просто какой-то. Иди нафиг отсюда, вот и все. Нет, семян цукини нет, но я думаю, что они откроются. Так, без сомнения, лучшая пицца. Ну, естественно. Так, в чем дело, пекарь? Могу чем-нибудь помочь? Можешь. Смотри, есть такой человечек, доктор Кех. Давай-ка ты пробей там инфу, что почем у него, ага. Ты хочешь, чтобы я раскопал кое-какую информацию о докторе Кехе, а? С удовольствием, скоро ты получишь от меня весточку. Давай, удачи тебе. Ну да, вот так вот, ребят, все это работает. Значит, я был прав, я молодец. Две пиццы песто, одна со всем мясом, другая со всем остальным. Разрежьте все их на... Ой, мегабайт. Выходи. 60 баксов. Прикиньте, 60 баксов, а я вообще ничего не потратил на, соответственно, создание пиц. Ага, еще 15 чаевых. Да, ребят, прям бабки текут рекой. Так, можно ли мне половину пепперони и половину сосисками? А ты на песто, не на песто, как обычно? Ну, судя по всему, нет. Так, половина пепперони, половину сосисками. Блин, это такая старая пицца, вообще капец. Но у нас очень долго с вами ее не заказывали. Так, отправляем, соответственно, вот сюда. Разрезаем и упаковываем. Ну и, соответственно, да, ребят, не забываем пожелать приятного аппетита. Это лучшая в мире пицца. Спасибо, спасибо большое. Доставочка, да? Да, доставочка. Две оливковые, пожалуйста, получите, распишитесь. О, какой приятный запах. Неудивительно, что это место получает хорошие отзывы. Ну, ребят, я не берусь загадывать, но, возможно, после этого дня мы с вами купим уже и кукурузку. Ага, вы это ощущаете, скажите, пожалуйста. Так, курочка по зернышку. Ой, это, ну, душновато немного, по-моему, да? Давай вот так. 52. Ой-ой-ой, то есть, представляете, ребят, я сейчас два алмаза обменял на 52 пицца-бакса. Ну, то есть, вот вы вообще, вот вы осознаете это? Вот реально, пользуйтесь лайфхаком, если вам некуда девать алмазы. Опускаются слезы дивные жемчугами к морскому дну. Ой, я помню эту пиццу, но я не помню, опять же, да? Давай уточним. У меня есть русалочка дома, нуждающаяся в пицце с анчоусами. А, окей, давай. Русалочка, ты чё, малуй, ты вообще дурак? Какая нафиг русалочка? Русалок не существует. Это же, ну, типа, я не знаю, куда смотрят твои родители. Мне кажется, ты что-то употребляешь запрещенное. Осуждаются, что такие вещи. Но, блин, мне кажется, за пацаном стоит приглядеть. Отбивается от рук. Так, и последнюю вот сюда. Опять чуть мусорку не выкинул. Прикиньте, как обидно бы было. А что прикидывать, вы уже сами видели. Отличная работа. Спасибо, спасибо. Но ты там осторожней с веществами. Сыр, сосиски, пепперони, грибы. Положили бы все на эту пиццу мою вы. Давай. Сосиски, пепперони, грибы. Что-то там еще. Вроде бы все, да? А ну-ка. Так, сосиски, пепперони, да, все прекрасно, все положил. Блин, как же обидно все-таки с той девкой, а? Просто сейчас что-то мне вспомнилось, и опять что-то стало грустно. Будет очень обидно просрать это достижение. Но, блин, ну не может же быть так, ну это же бред. То есть, типа, ты один раз нажмешь что, и все, и ты себе игру заруинил? Типа, переигрывать заново? Ну это ж, ну не может же быть так, ну серьезно, ребят. Ну не могут быть разработчики такими варварами. После работы я собираюсь с Авром сюда и получить ужин. Собирайся. Так, принимаем последний, ребят, заказ на доставочку. 565. Ой-ой-ой-ой. А как арахисовое масло и джем предназначены друг для друга, так и креветки с чесноком, но на своих собственных половинках хлеба. А я понял, вроде бы как. Подожди, а этот сыр, соус там надо, не надо? Блин. Ну давайте я сделаю с сыром и соусом, а там пес его знает. Так, с одной стороны креветка, с другой стороны, соответственно, вот это вот, которое называется чесночок. Блин, может быть, стоило уточнить? Потому что я такой заказ не помню. Мне кажется, ребят, такое мы с вами делаем впервые. А может и да. Короче, мужик, скажи, что вкусно, а, пожалуйста. Я никогда не ценил еду больше, чем эту пиццу.
Спасибо, спасибо. Я нервничал, но не нервничал. Я хочу две пиццы с кукурузой и беконом, и хрустящие, как бекон. Может, мегабайта, не? Ну, блин, она дешманская. Две пиццы с кукурузой и беконом. И хрустящие. Это типа два раза прожарить, что ли, надо? Ну, возможно, тогда. Так, с беконом. И с чем там еще? Кукурузой. Ой, блин. Ой, ладно, ребят, сейчас сами купим автоукладку кукурузы, и все будет у нас прекрасно. Вот так вот. Хлоп, это первое. И, соответственно, вторая пошла. Ай-яй-яй-яй, ладно. Давай. Непонятно, ну, типа хрустящий, она говорит, как бекон. Ну, а чтобы бекон стал хрустящим, его нужно прожарить. Ну, прям нормально нужно прожарить бекон. Значит, тогда прожариваем и эти пиццки. А почему бы нет? Вот, вот теперь прям все прожарено. Все просто восхитительно. Кстати говоря, блин, у нас же третья доставка, а уже 21:15. Так, все, давай, мать. Лучше быть не могло, спасибо вам. Спасибо и тебе, что постоянно ко мне ходишь. Так, здорово. На, пожалуйста, забирай. Очень жирный, кстати, заказ. Я так завидую тому, кто отведает этих вкусных пицц. Не будем, ребят, загадывать, но, возможно, в этот день мы с вами купим и какую-нибудь начинку за 200. Я слышала, что пиццу с этой начинкой баклан желает любой. Это, я понял, это баклажановая пицца. Я вспомнил. Бакланы хотят баклажаны. Но такой себе каламбурчик, если что, мать. Ты поработай над своим чувством юмора. Вот стоит, мне кажется. Бакланы, баклажаны. Ну, капец, это так же смешно, что просто абасака. Ой, абасака, барбака, на. Ох, эта пицца вызывает у меня приступ нетерпения. Все. Вот мы с вами и отработали. Блин, прекрасно просто. Сейчас будет доход, ребят, смотрите, 397. Ой-ой-ой, 336. И мне кажется, это самый жирный день вообще за всю историю этой игры. Мы с вами никогда столько не зарабатывали, но вот прям чисто на заказах. Но опять же, это благодаря мегабайту. Тут без мегабайта бы, ребят, так не получилось бы. Ладно, покупаем кукурузу и, собственно, да, на текущий момент у нас все куплено, но... Мы будем пробовать покупать чеснок и помидоры, и, возможно, у нас откроется их автоукладка. В прошлый раз не открылось, но потом у меня халапеньо появился. А халапеньо, помните, в прошлый раз не было. Короче, я думаю, вы поняли, кто смотрел, тем более, поэтому все, едем работать, соответственно, дальше. Учитывая темное прошлое доктора Кеха, ВАП классифицировала его как подозреваемого в ограблении царены. Мог ли бывший владелец Амброзии быть виновником? Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, а отличная пицца. Нет, нифига. Я не думаю, что он виновен. Смотри-ка. Блин, мне кажется, ребят, это достойно превьюшки. Пс, это я, Аликанте. Ты чё? Ой, да ладно. Я весь день безуспешно пытаюсь помириться с медведями. Может, приготовишь мне мой любимый пирог? Я так голоден. А, ну это, ну, классическая мясная пицца, да, это я уже запомнил. Ты смотри. Не, ну, ребят, однозначно, это достойно превьюшки. Так, фруктовый поросенок, классическая мясная 2, помидор вегетарианская, ну, неплохо. А, давай. Почему 13? А, ну да, 13 он же платил, все точно, ребят, хорошо, все правильно. Все просто прекрасно. Так, забодяживаем это вот сюда и поехали сами делать. Что у нас там начинается с фруктового поросенка и помидорной? Без проблем, фруктовый поросенок и помидорная, сейчас все будет. А, так, поехали раз, поехали два. Блин, наверное, вот так надо. Нет, не надо вот так было делать. А, на классическую мясную пойдет, прекрасно, все. Я, ребят, немного как-то протупил. Так, оливки, перчик, бекончик. Я решил теперь по порядку укладывать начинки. Так, ананасик и все. Это же фруктовый поросенок обычный. Да, это фруктовый поросенок классический. Я бы, ребят, его так классифицировал. Так, это мы сразу сюда отправляем. Может быть, сейчас, кстати, к Бурате сходим. Посмотрим, что там почем у нее. Может быть, опять же, да, что-то поменялось. Так, и помидорные. Я помню, хотел сделать помидорную. Давайте сделаем. Очень мало берут помидоры. Вот прям капец. Мало берут перцев халапеньо. Баклажаны, ну тоже так, так себе. Ну, баклажанов у нас всегда редко брали. Кстати, появилась корзиночка. Значит, походу, цукини откроется. Может быть, мы сейчас поможем Аликанте, и он нам даст цукини? И мы будем делать пиццу с цукини? Ну, да, да, было бы неплохо, скажу я вам. Так, давай вот сюда, вот сюда. Получается, два заказа мы с вами уже отстреляли. Отстреляли же? Один фруктовый поросенок, одна помидорная, две классические мясные.
И одна вегетарианская. Давайте сразу сделаем, почему бы нет. Так, поехали, вегетарианская. В принципе, тоже все очень просто. Просто, но достаточно душно, потому что она очень долго делается. Ну это и то, ребят, благодаря тому, что у нас с вами есть автоукладки, мы можем, ну, более-менее подэкономить место. Ну и, кстати, обратите внимание, оп, видели? Все, теперь кукурузка укладывается автоматически. Это прям хорошо. Остался, ребят, чесночок, помидорчики, ну и инжир. Но опять же, я не знаю, когда откроется автоукладка инжира. Я подозреваю, что, возможно, она откроется после прохождения 5 главы. Потому что это логично. Типа, пока у тебя есть челленджи с инжиром, ты, соответственно, должен сам вручную укладывать. А потом, как только все пройдет, уже можно будет купить автоукладку. Типа, в качестве награды. Ну, это я так вижу. Как там по факту, без понятия. Держи. Ах, это лучшая пицца на свете. То есть, ты мог бы сделать и лучше, новичок. Я ем ее только потому, что умираю от голода. Ай, блин, вот меня вот это сначала напугало, но это нормально, ребят, все хорошо. Так, спасибо. А, вот так, вот, насчет пакетика с семенами. Ты их украл? Нет, конечно, это была ошибка. Октавия случайно дала мне семена цукини вместо семян инжира на царение. Я только потом это понял. То есть поэтому он в рейтинге-то не поднимался. Он думал, что делает пиццу с инжиром, а он делал пиццу с цукини. Блин, мне тебя жаль, серьезно. Ну капец, прикиньте, как обидно. А я-то думал, что он что-то мутит, а он просто делает пиццу с цукини. Так, действительно? Медведи напали на мой магазин, прежде чем я успел их вернуть. Я попросил тебя собрать для меня инжир, потому что у меня не было инжира для моих покупателей. Но я ему верю, это так и есть. Когда ты на днях спросил меня про пакет с семенами, я понял, что это были цукини. Вот что привлекает медведей. Ну возможно. Я пытался предложить медведям семена цукини, чтобы они отстали от моего магазина. Но кажется, они не поняли. Ну неудивительно. Возьмите семена цукини, которые у меня остались. Они мне не нужны. И, возможно, медведи начнут нападать на твою пиццерию. Ха-ха-ха-ха. Это зараза. Ладно, спасибо. Так, поздравляем, вы получили семена цукини. А я их посадить-то не могу. Надеюсь, мне не закажут цукини. Вегетарианская пицца. Ой, Мегабайт, давай, настал твой выход. Не хочу. Так, вот, держи, отлично. Моя жизнь была ужасна до этой пиццы. Так, ну типа по Аликанте теперь стало все ясно. Он просто... Блин, какой же он неудачник-то. Ой, ладно. Так, поехали к Бурате. Кто-нибудь это скажет мне в этот раз? Так, привет, чем я могу помочь? Твоя пиццерия? Сейчас не совсем подходящее время, я тестирую. Ну да. Короче, ребят, нужно опять же все делать через флеша. Правда, я не понимаю, как флеш должен здесь помочь. Ну типа попасть к Бурате на кухню. Ну ладно. Пускай будет так. Ну, мы с вами дальше поехали работать. Две пиццы, обе сосисками. Легко. Две пиццы, обе сосисками. Так, а я там все сделал. Да, я все сделал. Хорошо. Ну да, смотрите, лоток пустой. Мне нужно вырастить цукини. Окей, ребят, я к следующей серии, обещаю вам, я цукини обязательно выращу. И начнем с вами уже бомбить пиццу с цукини. Вот это да. Вот это молодцы мы с вами. Ой, блин. Ну теперь-то все стало ясно, получается. Аликанте действительно не виновен. Он ничего не мутит, у него все нормально. Он не соврал про танцевальный кружок дочери. Ну, блин. Ну, думать было на Аликанте, но это очень странно. Это не его методы. Привет, можно мне пепперони? А типа просто пепперони, либо с чем-то тебе? Мясо, сыр, соус и корж. Хорошо, давай. Пепперони, так, пепперони тебе, это вот так вот, это вот так вот. Все классическое, в моем понимании, пицца, вот, пожалуйста, сделано. Понятное дело, что на самом деле эта пицца не является классической, но для меня это как-то, знаете, вот такая близкая душе и сердцу пицца. Так, а я взял, кстати, доставку, я что-то подзабыл. Да, я взял доставку, прекрасно. Так, здесь что? Цицерона, ну это да, здесь опять эта фигня постоянно обновляется. А я собираюсь расцеловать эту пиццу, а я собираюсь нос почесать, потому что у меня капец зачесался. Не знаю, вся эта история с песто немного подозрительная. Вместо этого я возьму свои анчоусы с обычным соусом для пиццы и сделать ее очень хрустящей. Давай. Так, это вот так получается, и это, соответственно, вот так. Ну и очень хрустящий. Конечно, конечно. Желание гостя закон. Мы же с вами, ребят, ради гостя и работаем.
Так что все хорошо. Кстати, 186 на балансе. Я думаю, что да, мы с вами сейчас после этой серии, возможно, купим чеснок. Ну, потому что реально помидоры очень мало берут. И проверим, появится ли его автоукладка. Отлично, именно то, что я хотела. Спасибо. Могу я заказать две пиццы, карбонара с баклажанами вместо яиц? Ой, ай-яй-яй, давай вот, вот так вот. Не хочу. Что-то я, ребят... Вот знаете, я когда вспомнил про мегабайта, опять же, спасибо вам, что напомнили, я стал таким ленивым. Я не хочу делать просто такие вот душные пиццы. А, древние греки мазали оливковым маслом свои тела, чтобы очистить себя. Странно, два кусочка просто пополам. А, с оливками, да, тебе пиццу? Но судя по стоимости, вроде как да. Потому что именно оливки так вот по стоимости и выходят. Ты только себя этой пиццей-то не мажь, мужик. Это, ну, прям очень плохая затея. Поверь, если тебя увидят, когда ты себя намазываешь пиццей, ой, у тебя могут быть проблемы. Ой, прям большие проблемы. Квадратный корень из пи, один в уме, конечно. Один в уме, там, туда-сюда, вот это вот все. Так, здорово. Сегодня ты на смене, да? Толстого сегодня нету. Так, подожди. Фруктовый поросенок, вот. Чуть не лоханулся. После работы я собираюсь с Авром сюда и получить ужин. Классическая мясная, окей. А, кстати, вам контора-то, ну, оплачивает хоть там, ну, типа, обеды хотя бы? А то, ну, блин, такое себе за свой счет покупать. А, все здесь выглядит очень вкусно, но мой желудок слаб к любому мясу или сыру. Это вегетарианское, давай вот так вот. Это веганское даже было. Ну, ребят, блин. Лень, двигатель прогресса. Ну, что я могу поделать? Ничего. Вы его чувствуете, этот запах, какой-то вонючий запах пахнет вонючим. Это пицца со всеми вонючими начинками. Неудивительно. Я это уже выучил, я это уже запомнил. Так, чесночочек. Блин, так хочется на автоукладочку чесночок, а? Скажите, ребят, пожалуйста, что мы сами сможем, соответственно, вот, как бы, взять чесночок. Это было бы очень хорошо. Это было просто приятно. Так, вроде запекать не надо, да. Он хочет такой, знаете, альденте. А ну. Спой мне пицца, спой мне красивая божественная лепешка из домашней духовочки. Ну, да, у меня духовка почти домашняя. У каждого же в доме есть такая печь. Ну, серьезно, ребят. Мой экзамен по математике сегодня. Да ладно. Да ладно. А, я хочу 1/4 из 2 пицц с базиликом и 3/4 с анчоусами. Подсказку, по-моему, не надо брать. Нельзя, вернее, брать. А, давай. Я это делал в первый раз еще. Так, поехали. Здесь, ребят, можно и времени побольше потратить. Так, мне нужно подучить дроби. Я хочу 1/4 из 2 пицц с базиликом и 3/4 с анчоусом. Это, по-моему, пополам просто. 1/4 из 2 пицц. А, ну вот так вот. И 3/4 с анчоусом. Чего? Это же не так работает. Так, ну ладно, подожди, окей, соус-сыр это прям стопудово. Ну смотрите, 1/4 из 2 пицц, это половина. С базиликом и 3/4 с анчоусами. А почему 3/4, я не понимаю. Ну смотрите, базилик получается вот так наполовину будет. 3/4 с анчоусами. Короче, ребят, получается, что одна пицца наполовину с базиликом и анчоусами, а другая пицца полностью с анчоусами. Я решил на всякий случай, соответственно, загуглить, воспользоваться помощью интернета и убедиться, что я был прав. Потому что у меня была такая действительно догадка, но нужно было проверить. Окей, получается, что все-таки эти пацаны приходят. Это прекрасно. Осталось только с поэтом решить, потому что та девка — это поэт. Так, держи. Теперь все ясно, я собираюсь получить высший балл за экзамен. По-моему, еще один визит остался, потому что мы для него такую пиццу делали уже. Потому что, ну, вы помните, я переигрывал. Вот, и последнюю мы с вами так и не сделали. Так, Цаврум, самая целненосная, блин, а я же просрал, да? А ну стой, тихо, 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 я успею, я успею, я успею. Нет, я не успею. Потому что я не принял. Вегетарианская просто отправляется в мусорку. Ну ладно, не страшно. Так, тот парень прав, макси-пицца, когда она с томатным соусом, мясо и все остальное на разные половины. Это получается как макси... Нет? А что тебе? Разделять все мясо... Это в макси-пицце получается. А, ну да, это правильно. То есть, все, что идет в макси-пиццу, я иду вот так вот кладу и, соответственно, вот так вот, по разные стороны.
Ладно, блин, ребят, просрали, но зато мы выполнили задание для Оливера. Это хорошо. Только с девкой не совсем понятно, с поэтом. Поэтому, ребят, пожалуйста, напишите. Вот успокойте мою душу бренную, что вот я все ничего не накосячил. Что она еще раз ко мне придет. Просто это еще раз попытка. Так, если бы у меня было три желания, я бы пожелал еще три красивые пиццы вкусные. Я бы одно поле анчоусов. Ну, извини, пожалуйста. Уже как бы все. Мы закрываемся, ты слишком поздно пришла. Так, день 158, но по доходу, ребят, я уже здесь не парюсь. Да, просрали вегетарианскую пиццу, это прям очень было больно. Так, начинки, сами покупаем чеснок. И смотрим в улучшениях. Может быть, он через день появится? Нету? Как так-то? Нету! Ну блин, у меня же... Помните, у меня тогда мы с вами тестировали, я покупал, когда четвертую главу мы, по-моему, заканчивали... Я покупал халапеньо, и у меня тоже не появилось, но потом она появилась. Может быть, это также будет с чесноком работать? Типа один день отрабатываешь, потом получаешь улучшение. Блин, ну надеюсь, что это именно так, ребят. Ну типа ладно, короче, смотрите, я высажу к следующей серии цукини от вас. Мне вот прям, ребят, ну серьезно, потому что я ж не смогу уснуть. Напишите, скажите, что эта девка, которая вот приходит с подругой, это поэт, что она придет еще раз. Если она придет еще раз, я прям буду вообще очень рад. Если не придет, ну это будет очень больно, я вам так скажу. Ну а на этом пока что все. В принципе, ждем, опять же, да, с вами Флэша. И уже будем тогда двигаться дальше по расследованию. Ну а вы пока что, опять же, да, ребят, напоминаю, не забывайте писать ваши комментарии и ссылка на плейлист со всеми сериями. По замечательной игре «Хорошая пицца», «Отличная пицца» будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Домриэль, всем гудбайте, ребятушки, и до новых встреч!